Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hard Reset Info, а перед нами Realme 8i, и в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном девайсе клонировать приложение. Для того, чтобы это сделать, мы заходим в настройки нашего телефона, в настройках листаем до управления приложениями, здесь нажимаем клонирование приложений и видим все приложения, которые мы можем клонировать. У меня телефон абсолютно чист, поэтому у меня немного вариантов для клонирования. Вы же, если длительное время пользуетесь телефоном и у вас много программ, то здесь их будет, конечно же, больше. Мы нажимаем на какое-то приложение, нажимаем создать клон и ожидаем, пока наш телефон создает клон. После того, как клон будет создан, у нас будет два совершенно одинаковых приложения, которые будут одновременно разные, потому что в одно приложение мы сможем добавить один аккаунт, в другое приложение другой аккаунт и себе спокойно ими пользоваться. К примеру, у нас тут есть обычный Facebook и клонированный Facebook с такой вот иконкой в правом нижнем углу. Больше видео о данном устройстве ищите у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк. Всего хорошего. До свидания.